В России с 1 января стартовала ежегодная кампания по декларированию доходов, полученных в 2017 году. Представить отчеты налогоплательщикам необходимо не позднее 30 апреля. А их форма 3 НДФЛ с минувшего года изменилась. В списке тех, кто обязан подать декларацию, индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, нотариусы и адвокаты, ведущие частную практику, и те, кто получил доход от продажи имущества. Есть и другие категории граждан. Физические лица, которые получают доходы от аренды личного имущества, от найма, от сдачи жилья в наем, значит, получившие доходы в виде дара недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг от физических лиц, которые не являются по отношению к ним близкими родственниками. Сюда же относятся и те, кто получили в минувшем году выигрыши при участии в розыгрышах и лотереях. Не наделать ошибок при заполнении поможет программа «Декларация 2017» на сайте налог.ру. Важно, что так называемый закон о шестисотках также претерпел изменения. Если гражданин имеет два там, или три участка, да, и он считает, что в одном случае кадастровая стоимость будет участка 60 тысяч, в другом 20 тысяч, да, и где-то 10, ну так образно говоря, естественно, он заявит ту сумму, где больше вычет, чтобы по одному участку в 60 тысяч не платить налог, а по остальным, где меньше кадастровая стоимость, уже сумма налога, соответственно, будет меньше. Вот такой смысл. Подробнее об изменениях и нововведениях можно узнать на сайте налоговой службы. Алексей Унагаев, Сергей Костенко. Новости дня.